проиграли 2-1. Сказать, собственно говоря, нечего. Начали не очень хорошо игру. Я считаю, как бы второй тайм мы играли достойно. Даже пропустив гол, моментов было достаточно. И давление чувствовалось, я думаю, на трибуне на команду «Волк». Ну, реализовать его в голы, к сожалению, получилось только 1. Проиграли, нечего сказать. Обидно, досадно проигрывать 4 игры подряд. А войне обиднее тем людям, которые находятся на поле. Я имею в виду команду. Ну, к сожалению, все поражения были обидные до этого. Если в этой игре мы проигрывали сразу, там, то предыдущие игры, скажем так, если брать первый тайм, то они вообще не предвещали какого-то проигрыша. Игра в Саратове так вообще выиграли. Но, к сожалению, во втором тайме залетает практически все. Либо кто-то ошибется, либо защитник, либо еще кто-то. Потому что проигрывает тоже команда, выигрывает команда. Вот. И каждый момент буквально нам залетает. И я не знаю, что с этим делать. Где-то мы провинились, где-то как-то сами себе привозим. Обидно проигрывать просто. Нечего сказать.